Всем привет, мои хорошие, с вами Геймери, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Я была в Макдональдсе, как вы заметили, и купила столько вкусняшек, посмотрите, я сейчас все это схомячу. Хотя мне надо было привести себя в более-менее презентабельный вид, я подумала, что пока я буду приводить себя в порядок, это все остынет. Пробуем новые трубочки. Какие-то они супер неудобные, ребята. В Инстаграме вам показывала, мама купила. Так, давайте приступим. Я прям не могу, я не могу ни о чем говорить, если я сейчас не начну жрать. Берем сверху один. Посмотрите, как они хрустят. Как это круто. Обалденно. Человек, который не любит лук, кушает луковые кольца. Просто остановите меня. Остановите. Такая очередь была. Наверное, все, кто обожает Макдональдс, долго ждали, пока он откроется. Там нужно было соблюдать дистанцию друг от друга. А людей настолько много, что какая там дистанция? Но, слава богу, у меня все быстро получилось. Мне отдали мой заказ, и я пошла домой. Потому что, как я поняла, были люди, которые прям очень долго ждали. Так как я расплачивалась картой, я скучала. Я просто увидела Макдональдс. И такая сразу, иди сюда, дай тебя обниму. Я так скучала. Тут я вспоминаю, что я не сняла для Инстаграма. У меня просто нет сил вставать. Как же аппетитно, как же вкусно, ребят. Прям такой кайф от еды. Ни с чем не описать. Вот красота. Сегодня я листаю ТикТок и наталкиваюсь на блогера, на ютубера. У нее пару миллионов подписчиков. И она рассказывала о том, что она написала блогерам ТикТока, двум, одной девочке и одному мальчику, что типа давайте развиваться вместе, давайте, не знаю, прямые эфиры сделаем и так далее. И они в очень грубой форме ее как бы послали. И она была настолько удивлена. Я согласна, что как бы хамить, грубить не надо. Можно было в культурной форме отказать. Но я просто удивляюсь тому, что человек удивляется, что ему отказали. Они, получается, пахали на этот ТикТок столько времени. А тут они раз и должны тебя распиарить. Зачем? Если у тебя всего 50 тысяч подписчиков в ТикТоке, а у них по 2, по 3 миллиона. То есть зачем им это надо? И она такая удивленная, что... Типа, почему они не захотели совместные эфиры делать и так далее. Честно, до меня не доходит. Я один раз написала блогеру, у которого было больше подписчиков, чем у меня, но просмотры у нас были одинаковые. И предложила снять совместное видео или упомянуть друг друга. И она мне отказала, и я даже не обиделась на это.
Она считает, что у нее больше подписчиков, и она должна найти блогера, у которого больше подписчиков. Здесь работает это так. Это не значит, что блогеры такие плохие. Это просто значит то, что если вот эти вот тиктокеры начнут пиарить всех подряд, не знаю, инстаблогеров, ютуб-блогеров, просто бесплатно пиарить. Ой, ты будешь у меня в видео, может быть, мои видео наберут больше просмотров. Это им не выгодно, ребята. Я не знакома с творчеством этой девушки, потому что она снимает такой детский контент, везде какой-то обман. Короче, вообще мне она не нравится, если честно. То есть постоянно у нее такие заголовки, там, не знаю, покупаю дом за 70 миллионов, не знаю, еще что-то. Заходишь там, как всегда, один нэн. Вот, я не люблю таких блогеров. Я считаю, что если, например, название «Как я поссорилась с парнем», видео должно быть «Как я поссорилась с парнем». Вот так вот, ребят. Короче, я не понимаю людей, которые удивляются. Вы представьте, если блогер начнет всех подряд пиарить, всех подряд делать блогерами, и тогда кем он станет? Блогеров будет настолько много, что зрители просто не будут успевать их всех смотреть. Это то же самое, что вы открываете ресторан, какой-то бизнес, да? И ваш, например, брат, сват, не знаю, друг говорит, а давай ты мне тоже поможешь, я тоже открою ресторан. И вы понимаете, получается, что он для вас становится конкурентом. К сожалению, просто не все это понимают. Вы, может, сейчас напишите в комментариях, ты тоже рекламила канал ASMR девочки. Но я не взяла ни копейки денег за это, ребят. Я просто увидела, что у человека сложная жизненная ситуация, и просто хотела помочь. Люди же, например, тратят деньги на благотворительность, на что-то такое, да, правильно? Вот. Так что я была сегодня вообще удивлена тем, что блогер-миллионник удивлен, что его отказались нам пиарить в ТикТоке. Только начала снимать видео в ТикТоке, и она поняла, что аудитория-то что-то не набирается, миллионов просмотров-то что-то нету. Дай-ка я напишу какому-то блогеру, у которого есть миллион подписчиков, и скажу, давай совместно снимать. Да, и она обязательно должна ответить, и обязательно должна меня пиарить. А если нет, я сниму видео в Ютубе, и опозорю ее, что она не согласилась. Вы можете со мной не согласиться, но это мое мнение, это глупо. Мы с Фати, например, начинали почти вместе. Например, мы с Айсель снимали совместное видео, я оставляла ссылку на ее инстаграм. В ТикТоке я ее отмечаю. Но это по моему желанию, это не потому, что она так сказала, что отметь, а то я к тебе не приду, а то мы не снимем видео, понимаете? Вот в чем суть. Например, блогеры устраивают гивэвэи. Подпишись на моих друзей и получи какие-то призы. Это не вранье. Вот так вот, ребята. Все не так просто, как кажется, например, со стороны. Например, я просто мысль потеряла. Вот эти гивэвэи.
блогер собирает других блогеров. Или просто людей, которые хотят раскрутить свой бизнес. Но в основном это блогеры. И они скидываются деньгами по 25, по 30 тысяч. Мне тоже как бы 100 раз писали, там 42 тысячи рублей. Место в Гиве. Подпишись, получи это. То другое. Но просто эти блогеры создают конкурентов для начинающих блогеров. И в результате получается, что у нас? Без денег невозможно продвинуться. Вот что мы получаем в конце. То есть ты создаешь годный контент, тебя не смотрят, потому что уже дохрена блогеров. А почему дохрена? Потому что некоторые блогеры, ну, инстаблогеры, так скажем, устраивают такие гивэвэи и просто зарабатывают на этом деньги. Вот. Такая вот здесь система, ребята. Как же вкусно, ребята. Все-таки моя любовь — это наггетсы. Обожаю. Просто обожаю. Сегодня посмотрела. Золото так дорого. Я хочу себе купить сережечки. Вы знаете, что я уже давно хочу себе купить серьги. Один раз, когда хотела, я пошла и купила себе кольцо. Я, по-моему, снимала для вас влог, когда купила кольцо. Деревенская картошечка. Чизбургер. Я скучала по тебе, чизбургер. Это было божественно. Надо как-то свать и снять. Вот только луковые кольца. Кто больше? В общем, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Эмили. Всем пока.